здорово, я думаю, что ты тоже любишь нубов, как и я. Ставь лайкос, если это так. Ну а сегодня я отобрал самые топовые ролики с нубами на моем канале FFG TV. Перед просмотром обязательно не будь нубом, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и приятного тебе, конечно же. Let's go! Мы будем тренировать с вами мою армию нубиков. Да, смотрите, мы, в общем, с вами попадаем на вот такую прикольную локацию. Тут разные есть такие каменистые местности, всякие мостики, заборчики и прочая ерундовина. И, короче, я вот сейчас нахожусь на этой карте. Смотрите, какой гигантский там был чувак. Я могу сейчас тренировать своих нубов. Ну, допустим, смотрите, я могу поставить пока, допустим, давайте одного нубика. Вот он появился, смотрите, это мой нуб. Он теперь будет всегда бегать за мной. И все, что я буду делать, он будет, естественно, повторять за мной. Я бегу влево, он бежит влево. Я бегу вправо, он бежит вправо. Я прыгаю, он прыгает. Короче, этот чувак все время повторяет мои действия. Но, скорее всего, это какой-то заговор. И мы сегодня с вами будем прокачивать свою армию, создавать ее все больше и больше и пробовать ими управлять. Погнали! Итак, давайте взглянем, что мы тут можем. Давайте посмотрим. Мне кажется, как-то с одним нубом неинтересно ходить, поэтому давайте попробуем создать... Ну, 10 нубов, допустим. Вот это уже поинтересней. Смотрите, короче, что происходит. Так, ребята, ну-ка быстро марш по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Эй, вы что сбиваетесь? Смотрите, смотрите, что происходит. Я и загнал вот такой тупик. Они немного такое... Что делать вообще надо? Такие немножко тормознули. За мной, моя армия! За мной, ребята! Равняюсь! Смирно! По порядку рассчитайся! Так, я вам сейчас расскажу, что нужно делать. Так, давайте прыгаем на счет 3. 1, 2, 3! Молодцы! Так, а теперь знаете, что мы сделаем? А, что такое волк спит? Ну-ка попробуем поставить 1. Что такое? Ой, смотрите, какая у меня медленная скорость стала. А, ну да, это же скорость моя, соответственно, моей армии нубов. Они вот так бегут прямо на месте. Короче, ребята, как-то вы медленно двигаетесь. Так, а давайте попробуем врубить, знаете сколько? Давайте поставим 50. Смотрим. Побежали ножки по дорожке! Так, давайте, давайте на эту гору, ребята, забегаем, чувак. Эй! Вы что там отстали-то? Так, что происходит? Ребята, господи! Посмотрите, половина нубов застряла внизу. Я так хитро прыгнул, половина нубов остались. И они такие, камон, как нам залезть-то наверх-то? Ты что делаешь с нами? Ладно, ребята, давайте за мной. Сейчас мы с вами встретимся все вместе. Давай, камон, бежим, не отстаем! Эй! Давай, 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 догоняйте. Смотрите, они реально догоняют. Они уже почти нас догнали. Молодцы, ребятульки. Так, что мы еще можем с ними сделать? Мне кажется, 10 это мало, поэтому давайте создадим свою армию. Из, ну, скажем, 100 нубов. Я набираю здесь 100. Нажимаю Enter. И смотрите, о май гюднес, что происходит. Господи, какая сейчас она огромная линия будет. What the hell are you doing? Мама, мама, она еще до сих пор. Посмотри, что происходит. Она еще растет. Так, я сделаю скорость, наверное, 16, пока как было. А ну-ка, смотрим. Так, побежали строиться. Вау, смотрите, камон, ребята. Вот это у меня гигантская армия. Смотрите, а давайте вот так сделаем, помешаем им сейчас. Вот так, прыгай. О, смотри, они все прыгают. Смотри, я прыгнул, они... Что там, нуб один упал. Какая-то башка нас сбивает. Господи, на нас идет гигантский человек. Он на их сейчас нубов растоптает. Они реально разлетаются по всем местам. Ты что делаешь, громила, уйди отсюда, брысь. Да ну, ребята, давайте скорость побольше, мотаем от него. А ну-ка все за мной. За мной, эй! Куда они побежали? Они что, крейзи? Как-то они себя странно ведут, надо их хорошенько потренировать, что-то мне не нравится их поведение. А ну-ка давайте, взялись. Быстро. Я их убрал, и сейчас хочу попробовать сделать, давайте 200 нубов, а ну-ка. Капец, вообще просто крейзи. А если 1000 поставить, там все в них будет. Так, у меня, короче, 200 человек будет сейчас в моей армии. О, давайте еще замутим прыжок. 50, а ну-ка, если 100. Смотри. Смотри, 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 что происходит. Такая арочка у нас прыгущая.
Так, подожди. Эй, вы что делаете? Я вообще-то не прыгал. Что за крейзи-то вообще? А ну-ка побежали! Вау! Смотри, смотри. Можно на это просто постоянно смотреть. У-ху! Как они там все прыгают по красоте. Подожди, а давай сделаем с тобой прыжок 3000. Это я не знаю, сейчас до самых небес допрыгну. Смотри, смотри, я сейчас буду прыгать. И смотри, что будет происходить. Прикиньте, сколько их там, они до сих пор прыгают. Что происходит? Они какие-то как блохи прыгают здесь. Смотри, что происходит. Я еще не прыгал, ребята. Какие-то тормознутые нубы, реально. Я прыгнул, ребята! Вау! Вау! Что тут творится? Господи, тут какой-то снежный, дождевой, я не знаю, дождь из нубов просто. Тут какая-то туса, парти у нас. У-у-у! Ладно, ладно, все, хватит, ноль. Всем по домам! Всем по домам, все. Что ж ты такой-то? Надо еще что-то поделать другое. Кажем, 50 нубов. Так, появляйтесь. Прыжок у меня пусть будет, ладно, сотня. И теперь я хочу моих нубов превратить в гигантских нубов, чтобы это была армия таких здоровых людей, здоровых человечков. Я беру, выбираю так характер сайз. И здесь что я могу сделать? О, я могу всем голову здоровую сделать. Смотрите, смотрите. Давайте скажем до 600. И что? Где моя голова? Ребятушки, я разобрался, как, в общем-то, и менять свое тело. Надо было просто поменять аватарку. Давайте сначала мы добавим 100 нубов. Появляется моя армия нубиков. И мы сейчас всем, давайте прокачаем голову. Давайте сделаем ее более мощную и здоровенькую. А ну-ка, вот так, давайте. Во-во-во, вот так. Смотрите, смотрите, что происходит. Они сами уже начали ходить, я никуда не пошел. Армия моя поперлась куда-то. Голова у меня реально стала здоровая. Ох, моя ходячая армия! Огромной головы! Куда пошла? Нубики, оп, прыгаем, прыгаем. Парам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. Господи, что тут происходит? Они еще, по-моему, появляются. Еще не все, по-моему, нубы появились, прикиньте. С ума сойти. Так, ладно, давай голову на место. Теперь знаешь, что мы сделаем? Остановитесь. Остановитесь, стоп! Все, молодцы. Теперь давайте посмотрим вот это, что такое. А, ну-ка, оп. Ой-ой-ой. Excuse me, what? Что это такое? Что за хачапури? Что нас так расплющило? А давайте рост еще сделаем. Мама. Ой-ой-ой, какой ходячий блинчик. Господи, боженьки ты мой. Ай. Ну что это такое, ребята, посмотрите. Ну я не знаю, это бред какой-то полный. Не, надо еще голову себе увеличить. Вот. О, а голова нормальная такая, кругленькая. Так, ну все, происходит опять какое-то сумасшествие, тут что-то, нубы сходят с ума. Ну что это такое, плющ какой-то, ну реально, худенький такой, у тетюлечки. Так, давай скорость себе увеличим, 1000. Что, камон, эй, вы что меня, я даже двигаться не стал. Все, бред какой-то, меня начинает всего потряхивать вот так. О, я нормально стою, меня нубы толкают сами по себе. Я вообще не двигаюсь, смотрите, вот мои руки. Вот стою, смотрите, сейчас как кто-нибудь подойдет мне, бум, смотри, на. Че он меня толкает, че он меня трогает вообще? Они крейзи что ли? Все, так, все, хватит, стоп. Вот это гениально. Я отправил всех домой. Так, а что у нас еще тут есть? Смотрите, вот это что такое? Я могу менять, наверное, цвет или что это? А ну-ка смотрим, сейчас что-то мы с вами купим интересненькое. Давайте посмотрим. Вау, ух ты, смотри, 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 что происходит. Это же просто радуга-дуга. Смотрите, у меня какая прикольная штуковина появилась. Так, а я могу, наверное, еще и цвет поменять. Допустим, я могу сделать зеленую, да, вот она зеленая. Кнобики. Вы с ума сходите. Давайте вам скорость поменьше поставим. Что-то вы прям уже бредом страдаете. Так, что еще тут у меня есть? А вот что такое? Мы не пробовали с вами. Ой-ой-ой. Это мы какие-то звезды с вами стали. Как тараканы какие-то ходячие. Смотри, что происходит. А давайте все увеличим. Так, вот это увеличим, вот это увеличим, вот это тоже. И что мы тогда с кем мы станем? А, мы ставим вот такими здоровяками. Ой-ой-ой, да меня тут сносит. Они сумасшедшие, они реально неуправляемые. Это какая-то армия бестолковых нубов. Они реально нубы, блин. Давай сюда забираемся, на эту скалу. Они сейчас меня снесут с нее. Смотри, вот,
все, я упал. Я только остановился, они меня толкают. Я падаю, вон, я опять стою, они меня толкаются, носят, господи, ну что за армия? С ума сойдешь с вами? Так, все, стоп, хватит, стоп, прекратите! Всех уволю, всех, ноль, идите домой. Фу, отправил их домой, все, пусть идут. А сегодня вот такой вот у меня нубик, и он может делать вот так. Посмотрите, как я бегаю, ути-пути-пути! Какое-то у меня такое довольно-таки длинное тело и маленькие ножки, мне кажется. Друзья мои, мы сегодня с вами будем вот этого нубика прокачивать. Посмотрите, он у меня какой дрыщавенький, такой худавенький чувачок. И мне сегодня нужно его прокачать, его по полной, примерно как вон того чувака громилу. Посмотрите, какая просто громадная гора мышц. А для того, чтобы мне его прокачать, мне сегодня нужно справляться вот с такими вот мистерами Бейконами. Вот они, давайте их немножко с вами побьем. Я подхожу к нему и говорю ему: Хэ-ха-ха. Подожди, что ты убегаешь? Посмотрите на его лицо. Давайте его немножко полупасим еще. Мне же нужно прокачать себя, поэтому Бейкон, прости меня, пожалуйста. Посмотрите, я улучшил свою силу, и теперь у меня немножко, наверное, подкачались руки или что? Я не понял, где? Ну-ка давай-ка еще раз, где моя мышца вообще? Где мои прокачанные руки? Ну-ка, Бейкон, хрясь. Монетки нам тоже понадобится собирать, потому что мы с вами сможем потом зайти в магазин и прикупить себе что-нибудь для того, чтобы прокачать себя. Пойдемте дальше с вами поищем Бейконов. Вот тут они везде ходят на лужайке, и нам нужны на лужайке вот так догонять. Они очень боятся нас, нубиков. А мы, нубики, не боимся их, поэтому вот так вот лупасим их. Есть, отлично, у меня уже теперь 4 силы. Алло, Бейконы, вы куда делись? Кстати, здесь скоро будет еще сражение, битва с боссом. Тут есть огромный такой Бейкон, мистер босс. Он где-то живет вот на той горе. Вон, по-моему, как раз его место, там, где голова торчит. Ой, ты что тут попкой своей уставился? Ну-ка отойди отсюда. Вот, короче, магазин, ребята. Апгрейд. Ну-ка давайте заходим. Тут у нас есть первая штанга за $5. Я ее могу купить. Покупаем, да, конечно же. Так, а и что теперь? Что теперь? Кстати, тут еще питомцев можно заводить, ребята. Круто. А вот мой скин. Вот такой я худенький чувачок. 109 монет. Вау, класс. А ну-ка давайте еще прикупим вот эту штуковину. Не знаю, пока. Так, давай-ка вот это прикупим с собой. Со мной вообще что-то происходит или нет? Такое ощущение, что я не вижу изменений в моем теле. А вот и Бейкон как раз. О, да, реально, посмотрите, я их очень быстро теперь бью. Я реально прокачиваюсь, ребята! 3 удара и все, и Бейкон, как говорится, мертвый. Это что такое у нас? Смотрите, тут есть какой-то батут. Вау! Классно, это такая карта. Там есть вулкан, я вижу. А, нас не пускают, ребята. Мы, наверное, еще недостаточно прокачались. Ну ничего, сейчас я его прокачаю, этого нуба, и сделаю его более сильным. Вау! Эй, Бейкон, иди сюда. Я стал квадратным. Я что, обрел новую силу? Наверное, я перерос в новый уровень. А чё, короче, это типа я подрос, да, стал, был дрыщавым, стал таким уже худавым, наверное. Ну, получше, короче говоря. Ладно, я пойду в магазинчик, прикуплю себе что-нибудь еще интересного. Я пополнил 5000 монет. Заходим в магазин с вами. Смотрите, что тут у нас есть. Вот эта тема. Громадина просто сплошная. Вот это тоже. Опять какая-то штанга, гантели каких-то берем, это что, покупаем, мне хватит, и вот это мне тоже хватит. А как мне перейти на новую карту? Ребята, напишите в комментариях, может быть тут есть новая карта? На, один удар, прикинь. А вот этого я могу подолбить, нуба? А, нет, нубы не могут друг друга бить, мы можем только бить... вот этих Бейконов, которые здесь ходят. Ребята, давайте попробуем с вами прикупить силу. У меня сейчас 13. А что, если нам задонатить и посмотреть, что будет? Допустим, ну давайте мы с вами вырастим сразу до... Окей, пусть будет 1500 сил. 1500, смотри, сейчас что произойдет. Вау! Вот это класс! Мне нравится, это намного быстрее, чем быстро бить Бейкона. Посмотрите, какой я стал огромным и громадным. Не таким супер еще, конечно, мощным, но уже достаточно я умею силенок. И мне кажется, я могу перейти на новую карту. Почему нет? Пойдемте попробуем. Опа.
Что меня тут ждет? Ага, эта карта уже такая. Тут уже более прокачанные бейконы. Смотрите, они более накачанные. Мне приходится их два раза уже бить, чтобы они хоть как-то упали. А ну-ка раз, а ну-ка два. Есть, лег. Так, тут бейконы уже более накачанные. Раз удар, два удар, три удар, четыре. Четыре раза приходится бить этого здорового громилу. Где он там? Я хочу посмотреть на его лицо. Какое у него лицо вообще? На! На! Он такой же напуганный. Меня бьют! Мне ведь нужны мышцы, чувак. Мне нужно прокачивать своего нуба. Давайте. Мне нужно из худощавого нуба сделать ух! Шварценеггера. Полетели последние. Нет, не последние. Еще будут. А вот теперь последние. Смотрим, куда мы прилетели, ребят, с вами. Какая-то голова, зеленые ворота. Заходим, 650 мышц. Sky Valley. Это что такое? Это какое-то небо. Какая-то карта, знаете, такая более прокачанная. Ничего себе, чтобы сюда зайти, в этот лес, надо 3500 нубику моему мышц. А у меня 1565, не так много. Но я думаю, мы скоро поднакопим. Вау, 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 что творится? Дэнс-дэнс-пати здесь у нас идет. Но мы ему сейчас это все остановим. Я ему кричу: стоп! Не слышит. Стоп! Ну не хочешь по-хорошему? Тогда будет вот так вот. На-на-на-на. Хорош танцевать, говорю тебе. О, покатился кубарем, смотрите. Вау-вау-вау-вау-вау, что с ним происходит? Вот так вот. Ладно, вау, самолеты, вертолеты. А я могу их как бы... Нет, не могу. А, ну, что я могу сказать? Это какая-то взлетная полоса. Это у нас типа аэродрома. И мы тут с вами вот этих вот бейконов вот так вот тыщ-тыдыщ-тыдыщ-тыдыщ делаем. И тут со мной еще он, кстати, нубы, смотрите. Кстати, где-то здесь есть арена нубов. И где-то же должен быть главарь. Ладно, ребята, а что мне теперь? Как мне назад пойти? Мне нужно опять зеленые ворота, наверное. Обратно, говорю, хочу. Вот, все. Отлично, мы вернулись снова в город. Городишко, здорово. Я пришел снова свою мышцу прокачать. Я пришел снова увеличить свою массу. Теперь я не нуб, а накачанный нуб. Так, давайте мы себе купим питомца. Блин, даже не знаю, какой у меня вот этот прикол. Devil Noob, смотрите, какой классный. У него лицо такое... Такое интересное, поэтому я его прикупаю. У меня теперь будет питомец. Ты со мной теперь? Во! Смотрите, у меня такой летучая мышь-дьявол со мной теперь летает. Ну и надо, конечно же, мышцу, наверное, нам увеличить, ребята. Потому что, мне кажется, что-то как-то маловато ему. Надо нам еще подрасти. Смотрим, смотрим, смотрим! Ух! Вау, какой здоровый Халк! Я тоже такой хочу быть, как ты, эй! Ребятушки, пойдемте сюда на новую карту. 1000 сил, это, я так понимаю, там, где вулкан. Ну-ка, пробуем пройти, посмотрим, что нас там ждет. Да, проходим прямо туда по мостику. Тут течет лава. А, где все? Ух, какие тут громадные эти бейконы. Посмотрите, они такие накачанные. Хрясь, 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 хрясь. Отлично, расправляемся. Эй, вы нубики, эй, вы бейконы. Я точнее нубик, где ваш главарь, говорите мне. Ты, я понял, на гору-то не так-то просто пройти. 2000 мышц нужно, чтобы туда забраться. Ну ладно, окей, у меня столько есть, пойдем. Я думаю, что босс живет на самом верху. По-любому там, это, знаете, его такая тема — жить на самом верху, на верхушке. Я всемогучий, я босс, я все вижу. Ха-ха. Что тут такое? Вау, какая-то пещера, интересно. И скажите, что сюда зайти нельзя. Можно. Так-так-так, смотрим, ребята. Че он ржет? А, я сейчас буду биться с главарем. У него пистолет. Вот это да, я думал, там такой здоровяк будет. Ах ты, ай, ай. А, он меня пуляет. Вау, 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 вау. Покруче, покруче, эй. На-н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 а. Ты че? Есть, быстро я тебя завалил. Да он шкет такой маленький, с пистолетиком там бегает. А я Iron Man нуб. Все, камнем завалило его. А, вот самый главный босс, смотрите, вот он. О нет, говорит, моего помощника завалили. Где ты, кстати, вообще обитаешь? Я хочу к тебе прийти. Ребятушки, пойдемте еще зайдем на вот эту карту, которую я тогда не смог зайти. Здесь нужно силы 3500, и у меня как раз
сейчас столько силы. Там, ух ты, смотрите, чтобы туда уже пробраться, надо 7500 мышц. Крутотень, но у меня столько нет. Сейчас, короче, у нас сегодня с вами вот такой симулятор. Мы с вами сегодня будем создавать свою армию из нубов. Так, это моя, короче, зона, это моя локация, где я буду строить армию нубов. Давай же сейчас начнем, приступаем, гоу. Я начинаю формировать армию нубов, вот мой первый криптонуб. Он, короче, такой типа хакер, у меня формирует полностью мою базу. Так, давай еще одного создадим. Так, пусть они у меня, короче, тут работают. Пусть они меня создают. Сейчас все будет. Так, это что такое я построил? Еще одного компьютерщика. А где у меня бабосики? Где у меня бабосики? Пока, наверное, где-то здесь. А, здесь я буду собирать свои деньги. Отлично, зашибись. То есть я вот так держу долго. И денежки, бац, снялись. Я понял. Так, это, короче, у меня типа такие, знаете, киборги, которые сидят и что-то формируют там по поводу моей армии. Так, денег не хватает. Скоро я создам свою армию, скоро я построю здесь мост и буду нападать на других, на моих врагов, чтобы попытаться их победить. Давайте же прямо сейчас начнем. Погнали! Так, строим дорогу. Это, походу, дорога у меня тут будет. Вот. Так, здесь мы с тобой что построим? Здесь мы с тобой построим стену, которая будет немножко меня защищать. Вот моя стена, вот моя, собственно говоря, база. Отлично, зашибись. Тут у меня что будет? Какой-то ангарик. Так, интересно. Может быть, мы тут какую-то технику будем с тобой строить? Похоже, реально, что-то тут, что-то типа танков будет делаться. Вау, так, ребята. Вы что, серьезно? Вы куда намылились? Ага, мои нубы с пистолетиками уже идут. Они уже готовы с кем-то сражаться. Но, блин, щит, у меня нет моста. Ребята, я еще не построил мост. Давайте пока чуть попозже. Надо немножко подкачаться. Я думаю, что мы еще не такая прокачанная армия, поэтому строим дальше. Что мы здесь построим? Какая у меня здесь армия будет? Сейчас с тобой посмотрим. Так, смотри, какой здоровый ангар, а. Кто же здесь будет создаваться у меня? Давай с тобой посмотрим. Второй этаж. Ничего себе. Так, тут тоже у меня какие-то киборги-нубы сидят. Фигачат на компе. Я не знаю, что они делают. Как вы думаете? Напишите в комментариях. У вас есть предположение, что они могут делать за этими компами? Но они создают каких-то, по-моему, киборгов-нубов. Я так понимаю. Купить нуба супер реакция какая-то. А ну-ка давай купим, что за нуб будет. Так, я кого-то купил. А, типа, короче, супер-пупер хакер нуб, да, у меня тут будет сидеть. Смотри, у него даже комп такой отличается от всех. Монитор здоровый. Офигеть, прикол десна. Даже не знаю, может быть, мне стоит уже отправиться в бой, но я думаю, что моя армия нубов еще недостаточно сильна. Так, давай еще здесь одного построим. Давай, выходи, приятель. Ага, отлично. Так, и, ну, давай попробуем построить мостик. Ладно, запускаем мост. Ну что, ребята, вы готовы отправиться? Не знаю, чем это все закончится. Но это просто нубы с пистолетиками. Я думаю, что там их другие мои соперники быстро их разнесут. Ладно, я, наверное, пожалуй, сам не буду при этом участвовать. Я пойду понаблюдаю издалека, как они там будут сражаться. Сейчас посмотрим. Так, давай, я переключаюсь на мою армию. Опа, смотри. Да все, их разносят. Блин, капец, все. Все, короче. Справедливо. Да, слабые мы, ребята. Очень мы слабы. К сожалению, нужно признать это. Давай тут, знаешь, что с тобой построим? Еще один ангарик. Армия нубов что-то еще пошли. Ребят, зря вы это делаете, это все бессмысленно. Слышите, эй, давай домой! Домой, ребята! Ну ладно, вот все, грохнули уже. Даже не дошел, бедняга, смотри сейчас. Все. Всем хана. Ладно, пока я разверну мост, пока не надо выходить, пока здесь. Стойте, эй, стоять! Стоять! Самоубийца. Вот еще один ангарик я построил. Посмотрим, кого я здесь буду разрабатывать. Тут тоже нубы. По-моему, такие же с пистолетами. Это, по-моему, да, два одинаковых ангарика. Ну, что, пускай тоже будут. Сейчас мы еще построим с вами более крутых. Сейчас прокачаемся. Смотри, сколько я разработал и открыл новых нубов, новую армию. Кого только у меня здесь нету. Так, это прикольно. Теперь я могу их создавать и строить. Опа, вот еще кто-то новенький появился. Медик. А, это медицинский персонал. Так, по-моему, больше у меня денежек не хватает ни на что, чтобы открыть еще кого-то. Ну, ладно, пока я думаю, этого хватит. Нет, смотрите, вот еще кто-то. Генеральный строитель, что он делает? Ладно, это, короче, смотрите, это моя армия. Они здесь создают новых нубов по созданию такой моей армии. Армии новой, чтобы я строил и открывал новых бойцов своих. Я построил новый ангар.
ангар. Давай с тобой посмотрим, кого мы здесь сможем создавать. О, прикольно. Смотри, на какой телеге они едут. Круто. Это уже такие бойцы хорошие. Они такие защищенные, бронированные. Так, а еще одного сможем создать? Еще одного сможем создать. Зашибись. А тут? А тут уже денежек не хватает. Ладно, поднакопим. Прокачаемся еще дальше. Пойдем еще дальше строить еще новые базы. Давай вот здесь построим, что у нас тут будет за ангарик. Интересно, кого мы тут будем создавать с тобой? Опа, так, камуфляж появился, я смотрю, вижу. Опа, наушнички. Уточка. Для чего она нужна, господи боже ты мой, уточка-то зачем нам? О, очки, а не надо нам, зачем нам шапка? А что это такое? А, это вообще, по-моему, я строю типа эмоции своих нубов, что ли? Что такое вообще происходит? А, понятно, короче, это типа, где хранится оружие, где хранятся разные шлемы, где хранятся одежда, камуфляж и так далее. О, даже еще подвал будет здесь, зашибись, круто. Так, это что такое? И еще один этаж, офигеть, серьезно? Приколдесно. Так, а тут что построим, ну-ка. Крутяк, слушай, мне нравится. Какие-то камни еще. Для чего эти камни? Так, ладно. Где-то моя армия. Может быть, все-таки попробуем, пойдем еще нападем на кого-нибудь. Так, тут что строим? Вот тут я что-то еще строю. Давай же денежки, мне нужно побольше денежек. Shut up and take my money. Е-е, завершили. Так, кого-то мы сейчас тут с вами новых будем создавать, бойцов каких-то. Давай посмотрим. Нет, подожди, пока лестница появилась. Что это такое? Ага, здоровье нубов. То есть это как бы их прокачка. Я понял, то есть я буду их улучшать, да? Ну что, как вы думаете? Напишите в комментариях, моя армия сильна или еще слаба? Стоит мне нападать или нет? Ну ладно, пока вы пишете, я все-таки рискну это сделать, но я с вами, скорее всего, согласен. Я думаю, что моя армия еще недостаточно сильна, но давай с тобой посмотрим, что будет все-таки. Так, первые отправляются в бой мои танчики. Ну, или телеги, так их назовем. Так, что сейчас с ними будет? Вот они едут. Так, смотри, кстати, с той стороны тоже нападают. Опа, загасили. Опа, загасили. Так, смотри, мы красных-то загасили. Неплохо. Неплохо. Так, кажется, мы подходим. Смотри, я уже завоевал эту территорию, но, наверное, я здесь долго не продержусь. Да, тут есть еще с другой стороны нападают. Но уже неплохо, согласись, уже круто. Поставь лайк за это, скоро будет еще круче. Сейчас я прокачаюсь. Опа. А тут еще вон мои танчики подъезжают. Сейчас, смотри. Сейчас, может быть, мы их загасим даже. Хотя вот эти бойцы сильные у них с щитами идут. Нет, надо все-таки еще прокачаться, ребята. Ладно, давай я прикрою все-таки мост еще. Давай. Хорош. Ездить, да? Что такое? Да остановитесь! Не, все, все, прикрываю мост, все. А, один упал, а второй упал. Все, понятно. Надо еще прокачаться, давайте еще прокачаемся, давайте еще кого-нибудь построим. Офигеть! Смотри, кого я только что построил, это гигантский нуб. Вот он здоровый среди всех стоит. Вот здесь он у меня будет появляться. Здоровяк такой мощнецкий. Так, надо мне, наверное, еще попытаться кого-то открыть. Смогу я кого-то? Так, открываем еще кого-то. Кто это он? О, человек-взрывчатка, то есть у него на голове... Бомба какая-то, он бежит и взрывается. Круто. Блин, я реально тут столько уже разных нубов открыл. Но мне как их всех создать? Так, тут еще кого-то я открыл на телеге. Какой-то грузовик. Прикольно. Ну давайте строить. Где это все? Господи, когда это все это у меня появится уже? Что это такое еще? Давай, создаем, строим. Так, тут прокачка нубов. А где же армия? Где же армия моя будет еще? Смотри, как я высоко залез. Я прям на крыше стою. Вон мои бойцы. Вон там мои враги. И скоро, скоро я все это создам еще мощнее и попытаюсь напасть и завоевать моих врагов. А пока, пока строимся, что уж там, строимся, что мы тут можем еще построить? Так, это мы не можем построить, а это можем построить? Нет, наверное, только можем вот это построить. Что это такое? Ага, какой-то киберк опять, супер мощный чувак. О, гуси, плюс 10 денег в секунду, это круто, это реально хороший боец. Зашибись, побольше бы таких. Первый этаж, короче, у меня полностью весь заполнен. Смотрите, здесь у меня сидят такие киберги-нубы. Они, короче, зарабатывают деньги на криптовалюте. Да, именно с помощью криптовалюты мы зарабатываем и создаем мою армию. А я иду, знаете, что попробовать построить? Сейчас я вам покажу. Смотрите, тут что у меня будет? Вот тут что у меня будет? А ну-ка. Опа. Так, офигеть, чего это? Чего это, ребята? Чего это? У меня чего это? Не хватает денег, вот чего это. Ах ты, блин, а. Ладно, идем в другое местечко. Еще тут одна есть прикольная тема. Пойдем с тобой заценим. Вот это чего это? А ну-ка. Ого себе. Парашютист. А куда он полетел сразу? Так, а тут тогда кто? 5000. Еще один парашютист. Какой-то кружится. Господи, не упади. Ты чего свалился? А что здесь тогда? Столько всего появляется. Прям интересно.
500. Ладно, давай построим. А, дорога, понятно. То есть мы расширяемся, да, короче, типа. Тут еще какая-то база будет. Какой-то я мост строю. Смотри, чего это я строю? Куда он будет вести? Но он и ведет в обратную сторону, ребят. Зачем он нужен? Не могу понять. Вау, офигеть! Дополнительное поле. Тут, наверное, я еще буду строить какую-то армию. А, деревья. Что? Для чего это мне нужно? Не понимаю. Чтобы тут моя армия гуляла, что ли? Зачем я трачу на это деньги? Что за бессмыслица? Так, а что же здесь, в самом центре? $2000 стоит. Сейчас поднакопим. A few moments later. Статуя нуба будет написана. Что? Для чего она нужна мне? Так, то есть здесь будет стоять гигантская статуя нуба? Да, тут походу будет реально гигантская статуя нуба. Это уже его ноги. Но я его чуть позже дострою. А сейчас пойду я все-таки попробую еще раз напасть на моих врагов. Что-то по дороге я тут нашел интересное, что-то построил. Смотрите, что тут сейчас будет у меня? Ничего не будет, потому что мне не хватает денег, что ли? Нет, вот сейчас хватило. Какая-то ракетница, что ли? Элеватор. Ага, спуститься вниз. Бомбоубежище, что ли? Опа, реально ракеты. Капец, ребята, смотрите, я строю ракеты. Так, пока только вот эти ракеты. А как их запустить, интересно, на моих врагов? То есть она будет вылетать вот отсюда. Круто, круто. Ну что, попробуем напасть? Давай, открываем мост. Не знаю, сильная армия у меня или нет. Пока, наверное, еще недостаточно. Давай, ребята, погнали! Погнали с Богом! Так, у меня еще там парашютисты, вон они два полетели. Так, давай посмотрим. Так, надо за этими смотреть. Да, вот смотри. Ах, их загасили быстро, да. Но они там тоже кого-то. Так, здоровый нуб, что там? Как у тебя дела? У меня все четко. Так, парашютистов мы их сбили, все. Ну смотри, мы неплохо их так, неплохо. Держимся, держимся. Ох ты, какой у них танк мощный. У меня здоровый нуб этот выходит. Вон, еще у меня едут ребята. Я думаю, мы должны продержаться. Смотри, мы заняли первое пока место. Мы удерживаем позиции. Так, правда, мало моих бойцов, но тем не менее. Вон они еще подтягиваются. Ах, один остался только. Ну, у меня вон еще идут. Сейчас посмотрим. Кто же все-таки сильнее? Ух, какая у них прикольная махина, здоровая. Так, но они пока там нападают. Может быть, мне надо все-таки дальше строить что-то еще. Пусть, ладно, воюют там сами по себе. Так, кого мы сможем с вами еще построить? Вот тут что-то мне надо все поулучшать. Надо прокачаться. А, тут я им добавляю, смотри, скорость, выносливость, энергию, чтобы они стали более сильные. Понятно, круто. Это все надо обязательно. И все, и деньги у меня закончились. Вот так быстро мы с вами тратим деньги. Капец. Я бродяга. Ну что там, как дела у вас? Посмотрим-ка. Шалом. О, он с бомбой, ничего себе, прикольно. То есть он сейчас будет на них бомбу скидывать. Слушай, пока я удерживаю позиции. Смотри, неплохо. Правда, ненадолго, меня тут гасят все время. Ну ладно, быть бою следующему. Я еще буду прокачиваться, это не все. Я буду дальше свою армию улучшать. Сейчас, подождите, я таких танков понастрою. Ого-го. Вот, пойдем на второй этаж. Вот тут нам надо еще строить много чего. Давай, строим. Вот, тут мы сейчас таких понастроим. Супер-пупер нубиков. О, смотри, прикольно, у меня отсюда нубы выходят уже с каской. Такие более прокачанные. На них каска одета, и такие радостные идут на войну. О, Элтон, ха-ха, идем воевать, круто. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Ладно, идите воевать. Ладно, друзья, мы не тренировали нубиков. Наших нубиков, которые мы можем создать в огромном количестве, сделать просто армию нубов и заставить их что-то делать одно и то же дело. Прямо сейчас на FFG TV мы с тобой этим же займемся. Для начала давай сначала определимся с количеством нубов, сколько у нас их будет. Ну, давай начнем, наверное, с 10. Пусть будет такой небольшой. Вот они все выстроились. Если я пойду налево, они пойдут налево. Если я пойду прямо, они пойдут прямо. Если я пойду направо, они пойдут. Если я пойду кругом, они будут ходить кругом. Ну вот такие вот они немножко балбесы. Но это ведь нубы. Ха! Вперед, вперед, мои нубы, не расслабляемся. За мной. Так, сегодня у вас пока 10 человек. Но скоро прибудет к вам еще одна бригада нубов, поэтому готовьтесь. Для начала давайте я вас немножко поменяю цветом, что ли. Что вам сделать такое? Ну-ка давай-ка вот так. Так вот, вы такие полосочки будете оставлять, нубики. Понятно, так, давайте тогда это мы уберем. Давайте теперь мы, знаете, нет, не надо нам желтые, никакие вообще нам не надо. Пожалуйста, как это все убрать? Вот так, все. Сегодня к вам пришла армия из 100 нубов.
Ёлки-моталки выстраиваются как. Посмотри, господи боже ты мой. Погнали. Смотри, они так интересны. Те пока стоят, эти начинают двигаться. Те не могут двигаться. Чуть я сделал шаг. А прыгаем. Смотри, я прыгаю. Просто это, смотри, как это эпически выглядит. На цепочку глянь. Я не ожидал такую концовку. Ладно, не будем это делать, не будем это экспериментировать. Хорошо, теперь мы можем что их сделать? Мы можем их с тобой немножко увеличить. Допустим, мы можем им сделать здоровые ноги или здоровые головы. Ну, поиздеваться над ними как хотим. А давай мы им сделаем маленькую голову, здоровые, допустим, мы им сделаем ноги. И они такие будут очень смешные. Ой, так и я тоже смешной, господи. А я думал, только они будут. Я ведь тоже какой-то странный. Что за колбасняк? Тут такое ощущение, что тут какая-то дискотека. Если я начну вот так делать, то все, все, капец, просто. Я уже стою. Они все до сих пор что-то там тусят сами по себе. Давай, заканчиваем. Все, хватит. Ага, молодцы. Теперь добавим немножко скорости нашим нубам. Мне кажется, они слишком медленные. Ну смотри, что мы так ходим-то? Чуть-чуть прям. Вот еле-еле. Давай-ка мы хотя бы сделаем с тобой. А чего там? 1000? Это будет нечто. Как Формула-1 просто. Смотри. Капец, они просто все разлетелись. Смотри, какая фигня происходит. Они летают. Ребята, успокойтесь. Вы с ума сходите. Все, я уже стою. Я стою на месте. Остановитесь. Да хватит же. Ну, крейзи. Ну, в самом-то деле. Few moments later. Даже ни один не может прийти и встать на месте. Ну капец просто, они неуправляемые. Да ну хватит же вы, говорю вам, встаньте, а! Ну ёк-макарёк, как вас построить теперь, а, блин, балбесы вы, желторотики, или кто вы там? Смотри, они носятся, летают, они вообще, я их не вижу. Давай сделаем им скорость 16, 1. Смотри теперь, как они медленно будут добираться. Они медленно очень идут. Нет, кто-то не идет, кто-то все равно с ума сходит. Кого-то не остановить. Что происходит? Кто-то из них медленный, кто-то быстрый. Я ведь ими руковожу, я ведь их направляю. Так, два балбеса прибежали. О, два дебила, это сила, понятно. Спасибо, ребят, большое, ну хотя бы два. А остальные где? Где вас носят? Я не понять, я не имею, где они гуляют. Они что-то там носятся, бегают сами по себе. Сами по себе, вон третий идет хотя бы. Здорово, давай, присоединяйся. Так, ну и когда мы... Нас-то 100, посмотрите, нас 100 написано. А ходят всего лишь трое. Вон они бегут, родненькие. Вы где? Здорово. Что вас там потряхивает? Вон еще одна банда идет. Наконец-то собрались. Так, ну тут явно не 100, тут все равно их меньше. Все, построились. Вперед, мои родные. Смотри, вон еще подтягивается. Отлично. Смотри, тут есть еще супер прыжок. Я хочу сделать 1000. Раньше у меня стояло 50, то есть это норма. А если я сейчас возьму и прыгну, вон еще, кстати, идут они, и посмотрим, как они возвратятся быстро. Они до сих пор прыгают. Вы чё? Вы куда улетели? В самом-то деле. Да хорош уже не прыгайте, я же уже не прыгаю. Один раз нужно было прыгнуть. Один раз. Ой, недоумки, до сих пор прыгают. Ну, это нубы. Это нубы просто, вот и все. Ну, смотри, они, вон они, что они, прыгают, летают. Так, все, побежал на место. В стенку врезался. Они с ума сходят. У них психический какое-то психическое расстройство. Если я прыгаю один раз, им нужно прыгнуть раз 10. Ну, вот такой народ. И это не народ, это нубище просто. Ну, теперь давай попробуем мы с тобой увеличить их. Здоровыми сделаем. Знаешь, вот примерно я все добавлю под 600. Смотри, они здоровые. О, как мы медленно ходим. Так, давай теперь мы им сделаем, допустим, соточку. Скорость такую, средненькую. Блин, они до сих пор прыгают. Становись, равняй, смирно! Вот вообще, можно когда-нибудь построить нормально или нет? Со мной бегают всего лишь там человек 10 буквально. Так, все, прыгаем. Прыгаем. Еще раз прыгаем. И до сих пор прыгаем, и летаем, и с ума сходим, и бегаем, и прыгаем, и сальто делаем. Так, ладно, давай сделаем им скорость 1000. Смотри теперь, что будет. Я не могу от них... Чувак, помоги, спаси. Меня преследуют какие-то желтые недоумки. Я не знаю, что с ними делать. Да отцепись от меня ты. Уйди, уйди. Все, ушел. Ко мне один всего лишь приспособился. Вот он со мной один бегает. Смотри, а я могу, знаешь, что сделать? Тут такая штука есть тут серая. Смотри теперь, что происходит. Это все мои нубы. Вот эти все полосочки, это, чтобы вы понимали, это мои нубы. Это не салют, вам не кажется. Это нубы. Вон, что происходит. По-моему, я сейчас сломаю эту игру. Я сейчас даже еще их не 100 сделаю, а 1000. Офигеть!
Офигеть, капец! Все, блин, Роблокс, живи, прошу, не умирай! Что происходит? Так, ладно, выключите хотя бы вот эту штуку. Ладно, сделаем одного. Все, спокуха, братуха. Ну, давай я, допустим, сделаю 100 нубов. Вот мне хочется пройти через это кольцо. Да я просто сделал шаг. Посмотрите, что происходит. Эти недоумки разлетелись по всей карте. Во, во, смотри, что я хотел сделать. Я хотел упасть. А они-то упали или нет? Я так и не понял. Я хочу упасть. Вот, я упал. Вы падаете или нет, балбесы? Всем упасть. Вот так вот падать, летать. Вот так вот, как матрица. Вот, ну-ка. Они там по-своему сходят с ума. Я бы, конечно, со временем еще каких-нибудь фишек добавил, потому что они одни и те же здесь. Так, давай хотя бы сотню, ладно, теперь добавим. Все, они ходят медленно, но они куда-то все опять разлетелись. Летелись какие-то непослушные. Ну бы так, все, ну бы. 10 вас должно быть. А вот теперь у вас должно быть, ну, хотя бы 200. Только стойте на месте. Смотри, какая змея. Так, теперь давай я им, знаешь, что увеличу? Я им увеличу. Что они сделали? Я ничего не делал. Вы что? Что происходит? Не, по-моему, их невозможно. Если и ты набираешь их больше 100, их невозможно выстроить. Чувак, помоги мне, спаси меня. Смотри, какие руки. Руки загребущие, ноги быстрые. Ай-яй-яй, куда побежали? Смотри, какие головы. Это какие-то тараканы с огромной головой. Сороконожка. Только у нас это нубоножка будет. Да, новый вид животных, нубоножка. Только там какие-то некоторые отстают от нас. Короче, их никак нельзя за цепочкой за своей подтянуть, если ты их больше 100 делаешь просто. Они разлетаются моментально. И сегодня мы с вами поиздеваемся хорошенько так над нубами. Над нубиками мы сегодня будем их кромсать, крушить. В общем, полностью тестить. Вот смотри, что у нас тут есть. У нас тут есть нуб. У нас тут есть такая лаборатория. Вот это нубище. Так, мы с ним должны сейчас что-то сделать. У меня тут есть такой заводик. Сейчас давай посмотрим. Очистить нубы. Спаун нуб. Спаун нуб. Что такое спаун нуб? А, тут что-то покупать надо. Так, подожди, а это что? Дополнительный нуб. Смотри, сейчас еще один нубик вылетит. Из трубы едет, едет, едет. Так, хрясь, свалился, бедняга. Так, смотри, что у меня есть. Нуб, у меня есть вот такая штука. Я могу тебя электрошокером долбануть. Как тебе такое? Фига себе, его колбасит там. Так, нуб, у меня есть меч. Нифига, я ему отрезал ноги. О, господи, как жестоко смотрится. Да уж, ничего себе, так нормально. Я тех нубиков очистил. Так, давай, наверное, что мы их... ну, давай еще 2, 3, 4, 5. Ну-ка, давай 5 нубов мне в студию, пожалуйста. Смотрите, вон они по трубе. Бам! Бюм! Все, есть, упали, свалили. Отлично. Так, ну что, ребятки, сейчас мы над вами поиздеваемся. Сейчас я возьму вот эту пушечку. Как вам такое, нубяки? Нубяки-бябяки. Ой, что с тобой сделал? А ну-ка. Офигеть. Так это что я с ними? Изо льда и в лед их превратил или что? Подожди. А, разморозить, заморозить. Разморозить, заморозить. Понятно. То есть это пушка такая, которая размораживает и замораживает. Что это такое? А, я могу нубов еще отсюда вызывать, что ли? Нет, они все равно с той трубы едут. Да ё-моё, нубище. Хри-хри-хри-хри-хри-хри. Порежь, зарежу я вас всех вот тут вот так вот. Все, короче. Тебя током ударю. Вот так, все, током, все нормально. Ладно, что еще мы можем с вами делать, друзья мои? Так, давайте посмотрим. Включить зомби. Включить режим зомби. В смысле? А где зомби? Зомбари. Зомби. Зомби не идут. Какие-то у нас тут есть еще комнаты. Давай посмотрим, что тут за комнаты есть. Комната спаун, комната точильщик, комната лестница, комната батуты. Что такое точильщик? Ну-ка, пойдем, перемещаемся в нее. Вот она чего! Понятно! Смотри, нуб стоит. Так, сильнее крутить, быстрее крутить. Ха-ха! Вот это да, вот это сейчас мочилово будет. Так, ладно, давай посмотрим. Я хочу посмотреть на это. Так, ну что, мы, наверное, просто его свалим. Давай, нуб, вылетай. Вылетай прямо из трубы. Очистить. Смотри, сейчас будет мясо. Капец, вы видите, что происходит? Я просто над ними жестко издеваюсь. Я их порубил на мелкие кусочки. А давай смотри теперь. Еще добавим и скорость. Смотри, блин, ребята, покажите мне это. Там капец, дробилово идет просто. А если я туда упаду? В смысле, она меня не берет, что ли? А чё я не убиваюсь? Я тоже хочу умереть, как нуб. Умри, как нуб. Нифига, не хочет. Странная штука. Ладно, окей. Так, давай посмотрим другие комнаты. Издевательство над нубами продолжается. Так, нубы. О, кстати, смотри, тут и толстый нуб есть. Офигеть, я хочу его взять. Так, и давай комнату поменяем с тобой. Давай. О, батуты есть. А чё, прикольно. Давай на батутиках повеселимся с тобой. Так, посмотрим. Блин, кусочки нуба прыгают, смотри. Это мои остатки от предыдущего нуба.
Так, я нуба, смотри, сейчас я толстого нуба свалю. Смотри, какой карапуз там у меня. Опаньки, животиком таким. Бах, бабах. Офигеть. Так, кстати, за каждый прыжок, то, что он тут колбасится, мне дают мани-мани на кармане. Так что это все шикарно, ребята. Слушай, мне кажется, прикольная штука. Кстати, поставь лайкосик, если тебе не трудно, пожалуйста. И подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан на FFG TV. Ну, чтобы побыстрее, мне уже набрать 7 лямов, ребята. Ну, в самом-то деле, ну, нажмите просто кнопку подписаться. Ну, ё-моё, это же не так сложно. Все, отлично. Если ты подписался, все, тогда претензий не имею. Так, мой нубище продолжает прыгать. Давай, знаешь что, я свалю еще пару нубов. Что такое спаун как нуб? То есть я буду как нуб, что ли? Я, наверное, могу вот так... О, нифига себе, у меня тут танцули поперли. Пам-пам, капец, просто колбасня. Смотри, у меня как деньги капают. 150, 160, 170 долларов, 180. Просто крутятся бабосы, мутятся. Нубы там прыгают. Вообще зашибись. Ладно, а давай, знаешь что? Давай все очистим, все. Успокойся, ребят, хватит прыгать на батутах. Хочу поменять новую комнату. Ну, не знаю. Вот это что такое? Давай посмотрим. Так. Нуб вылетает, толстый нуб вылетает, второй нуб вылетает. Что будет сейчас? Давай посмотрим. Хрясь, вот эта масса свалилась просто здоровая. Смотрим, что такое? Я их давить сейчас буду, смотри. Это же... Она их не может раздавить, эта штука. Они сильно здоровые, толстенькие, пухленькие. Я не знаю, что... Это, знаете, такая есть залипашка. Мы, кстати, даже снимали на FFG TV про это видос. Реакцию нашу. Когда такая масса давит какой-нибудь предмет. Капец, ну я понял. Я понял, о чем речь. Ладно, я пока это очищу. Давай перейдем к следующей комнате. У нас тут есть комната палочки. Что такое палочки? Непонятно, но я покупаю палочки. Вот кипятка. Палочки. Нифига себе. Ну ладно, давай, нубище, падай. Зомби. Включить режим зомби. Ну понятно. Тут их будет просто долбить вот так. Бам-бам. Получай. Ну, один, второй. Что они покраснели у меня, смотри. А что с ними стало? Давай 7 нубов свалим. Смотри сейчас. Нифига себе. А я могу так? На, меня тоже колбасит. Нифига. Смотри, как круто. На, палкой получай по башке. Хорошо вообще прям. Мне нравится эта штука. Хорошая вещь. А все, нубов мы уничтожили. Спаун как нуб. Ну, давай попробуем. Я так понимаю, это я буду тоже как нуб. Ну, давай, что это за штука? Прям интересно. Покупаю. Ну, что? О, смотри, это я! Это я, толстенький, пухленький нубик. Офигеть, падаю. На! Стоп, я хочу жить. Я нуб, я хочу жить. О, смотри, как я перемещаюсь, эпично. А вон я стою, смотри, мой персонаж стоит, а я нубом управляю. Я нубом управляю, на. Ну все, меня сейчас просто конкретно уничтожит. Сейчас будет, капец, чего я покраснел, как рак. Все, меня уничтожили, испарили и вообще полностью, короче, истребили. Так, друзья мои, я предлагаю... другую комнату посмотреть, тем более бабосиков у нас хватает. Что еще мы можем с вами заценить? Давайте посмотрим. Блин, тут столько комнат, я думаю, одной части точно не хватит. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я снял вторую часть, я сниму продолжение. Ну а сейчас давайте смотрим следующую комнату. Так, что это такое? Что это такое? Это же лава, ё-моё! Капец. Ну, давай запустим нуба. Так, нуб идет. Бедняга, он уже горит, смотри, все, ему конец. Это просто какая-то машина самоуничтожения нубов. О, смотри, один упал, второй. Давай вот этого свалим. Все, я ему помог свалиться. Бедняги, все, ну там они просто горят по полной программе. Бедняги, они попали в ад. Так, ну я могу, наверное, купить какого-то другого персонажа. Есть персонаж-гость. Ну давай над гостем подиздеваемся. Раз мы над толстыми нубами уже подиздевались. Так, смотри, сейчас у меня будет гореть гость. Так, гость, давай-ка падай, я не понял. Или я тебе сейчас... Упади! Капец, я издеваюсь над ними, мне их прям жалко. Так, друзья, давайте новую комнату. Тут есть какие-то лестницы еще. Ну-ка, давайте, мы это с вами не видели. Я так понимаю, мы будем нуба запускать с помощью лестницы. Я хочу выбрать полненького нуба. Сейчас мы его прям вот, смотри, вот. Че он лег? На. Нифига себе, что это за штука такая там. Один, второй сползает. Пам! Там какая-то пружина такая, они отлетают, короче. О, эти просто свалились. Просто взяли, свалились куда-то. Ну понятно, ну такая... О, офигеть, у меня ж тут есть оружие. Возьму сейчас пилу. А ну-ка иди сюда, ну... Я тебе ногу оторвал, прости. Что еще тут есть? Воздушный шар, зачем? Как это можно использовать в качестве оружия? Ну хорошо, нубик, иди сюда. На.
что я делаю? Да, это просто издевательство. Все, они полетели, они у меня теперь там будут жить. Мне кажется, классно, я над ними поиздевался, вообще прям зашибись. Друзья, ну что, вы смотрели лучшие топ-5 роликов игр от FFG TV? Как ты думаешь, все ли топ-5 я расположил правильно? Если ты считаешь свой вариант по-другому, напиши в комментариях, какую бы ты игру поставил на первое место, а какую бы на пятую. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал FFG TV и увидимся в следующем видео. Пока-пока!